Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рик и Морти. Буквально 5 минут назад у меня перезагрузился сам по себе компьютер, и сохранение, что было до этого полтора часа игры, моей улетело в никуда. К сожалению, на Shadow Play вот так вот происходит. Ну, вкратце тебе объясню, что было. Я побегал, я накопил достаточное количество значков, сходил, подрался с членом совета, я его победил. И после этого решил еще немножечко побегать по мирам и пособирать новых Морти. Двух Морти здесь я уже нашел. Одного вот такого схватил и второго какого-то мутанта Морти. Сейчас хочу взять второго вот этого, чтобы потом можно было бы их сделать в синтез. Но, как видишь, у меня один из Морти уже подбитый. Но я думаю, мне хватит, да, чтобы вот этого поймать, олуха. И, кстати, теперь мне нужно 30 значков... чтобы сыграть со следующим членом совета. Так, это у нас Морти Экзальфа, поэтому давай... А, прилива силы у меня нету. Так, ну что, будем его, наверное, хватать. Я надеюсь, что больше никаких вультов не будет, ребята. Это, скорее всего, обновление Windows. Там стоит у меня автоматическое время и без предупреждения. Поэтому вот так вот и получилось. Ну что, берем предмет, скорее всего, да? У нас чип есть? Чип есть. Последний, к сожалению. Но я тебе скажу, что очень много я Морти... позахватывал за полтора часа-то игры. Жалко, что это все не сохранилось. Так, я смотрю, тут кабель еще лежит у нас. Я его заберу. Надо было, блин, мне сохраняться после того, как я победил члена завета. Надо было сделать сохранение, да. А потом можно было бы продолжать. И, по крайней мере, не было бы так обидно, как сейчас. Ничего не записалось. Так, ну что, у нас предметы есть? Есть у нас большая сыворотка Хелзингер. В принципе, можно применить. Но я думаю... Ох, ёк-макарюк. Как же вы у меня покоцаны-то, а? Большая сыворотка, две штуки всего лишь. Ну, естественно, на судью Морти. Потом Морти Электрокинетик. На него тоже нужно будет применить. И Хелзингер, не знаю, стоит ли нам с тобой тратить на концерта Морти. Мне он по-прежнему не нравится. Расстраивает он меня в этом плане. Так, вот... вот это вот, наверное, надо применить. И, скорее всего, к Большому Морти. Да. Ну что, пойдем с тобой подеремся за следующий, как говорится, жетон. И, надеюсь, у нас получится. Оценка ситуации показала, что вероятность моей победы в этом бою достаточно высока. Давай посмотрим, сможешь ли ты победить, Рик. Ну, давай посмотрим. Я думаю, что сможем. Оу, Мега Морти, видели мы его. Так, он бумажка. Значит, валим его через прилив. Угу. Так, сразу поменял, да? Морти раб на производстве плюмбусов. Ножницы. Ну, обычный, поэтому костюмы, туфли для него самое то будет. Да иди ты, с какого перепуга ты там нащелкиваешь-то мне, эй? Совсем, что ли, оборзел? На! Ничего себе, он влупил мне. Так, опять вернулся. Продолжаем, это бумага у нас, поэтому надо его вынести. Давай, через прилив. Так, сколько у него там, я смотрю, 5 Морти. Одного мы уже, конечно, подбили. Опять через прилив. Кто там у тебя следующий? Воу-воу-воу, такого я не видел. Продолжить. Так, Морти из доставки пиццы. Это ножницы. Давай заменим, наверное, на камень с тобой. Камень у нас беспощадный Морти. Да, новый Морти, ребят, я поменял вместо мутагенного Морти. Единственное, конечно, уровень. Удар стихии. Да что за бред, блин? Совсем обратились. Стали по 3-4 атаки делать, а? Что у нас тут? Замах? Давай замах сделаем. Блин, трындец замах. Я вообще молчу, я просто молчу, ребят. Даже ничего говорить не буду. Ты все прекрасно сам видел. Ну давай посмотрим. Мой эпик. Удар молнии. Замечательно. Все, его еще и коротнуло. Да какой предмет? Не надо мне никаких предметов. Продолжаем бомбить его только вот раскатом грома. Чего сразу сдулся-то? Смотри, начинает опять, а?
Ну, гад ты паршивый, а. Ну ты гаденыш все-таки, а. Блин, если он сейчас 4 атаки мне пропишет, нам... Чего? Я не могу понять, с какого перепуга этот редкий охламон... Скорость падает. Этот редкий охламон выносит нас просто. Ты посмотри. Смотри, что творит. Я офигею, блин. 4 атаки наносит. И кого мне теперь ставить? Большого Морти только лишь, и все. Ну давай. Через прилив. Начинается, да? 2, 3, 4. Нафиг, надо добивать его через прилив. Жесткий, конечно, чувак из доставки пиццы. Это что за уставший Морти? Судья Морти, я беру его. Надеюсь, не ножницы будут. Ага, эпический. Блин, против редкого. А что за поиск души? Нет, не надо никакого. Давай стирание сделаем. Тоже бьет неплохо. Опять стирание. Ё-моё, Морти без кожи. Жесть какая-то. Ножницы причем. Мы тоже заменим ножницы. Значит, нам нужно с тобой взять. А, нам некого взять. Но ведь не судью же Морти. Предмет. У нас есть хоть что-нибудь? У нас есть Хелзингер. Мы можем применить на ком? На беспощадном Морти? Я лучше, наверное, вот на этом применю. Так. Мимо, да? Мы делаем с тобой замену. Берем Морти вот этого вот. Редкий против эпика. А, даже... Ну да, эпика. Попробуем, ребята, его ушатать. Раскат грома. Офигеть, как он выглядит без кожи. Ужасно просто. Трансплантацию опять, да? Влупляет нам. Ну-ка. Мы, наверное, не успеем его бомбануть, к сожалению. Да. Ну что, у нас остается только лишь вот этот вот. Попробуем через стирание вольнуть его. Есть. Истощен. Продолжаем. Бумажный против бумажного. Стирание. Взгляд дежурного какой-то применил, а? Еще раз стирание. Да ну! Моя атака прошла мимо. Угу. И что мне остается? Только большого Морти брать? Ну, мы не завалим. Скорее всего. Через прилив даже не завалим. Есть! Да! Красавчик большой Морти. Ушатали все-таки. Шмекли, сыворотка и значок мы с тобой получаем. Окей. 325 шмеклей. Отлично. Мне нужно проверить зрение. Мне на минутку показалось, что ты победил. Нет, парень, тебе не показалось. Так, еще не хватает 9 значков. Ну, раз у нас не получилась предыдущая серия, значит, здесь нам придется поиграть конкретно. Так, у тебя есть одинаковый Морти? Да, я знаю, я вот как раз иду. Хочу преобразовать и посмотреть, кто же у нас получится. Но сначала, естественно, нужно захиляться, потому что, по-моему, подбитых Морти он не может синтезировать. Ну-ка. Давай глянем. Да-да-да. Через синтез. Кого мы тут с тобой можем сделать? Ага, вот экзоморфи, да? Синтез. И кто получается? Вот. Это что такое? Непонятно. Подожди, а у нас что еще? А, нет. Подожди-ка. А, так это он и есть. Мне почему-то кажется, что он превратится потом вот в этого. Вот в такого. Поэтому, наверное, может быть, даже не стоит. Да, тут экзо-омега, а тут экзо-премиум. Но если у нас есть уже с тобой премиум, то смысл, да, прокачивать? Так, нам бы... Нам бы вот поймать где-нибудь грязнулю Морти. Потом Морти Джерри где-то бы взять. Морти помощник управляющего. Вот такие вот нам нужны. Морти билетер. Вот они вот могут скрещиваться. А экзотика? Нет.
Экзотика и эпик, они скрещиваться не могут. Ну что, я предлагаю пойти еще в следующий портал. О, кстати, подожди, сколько у нас шмеклей? Может быть, предметов прикупить, малька? Да подожди, мне надо не предметы, мне нужен магазин Рика. Так, предметы купить. Да, 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 маловато будет. Плюс, если мы с тобой возьмем два... Давай три контроля. Возьмем контроль чипа. Плюс создать мы с тобой можем что-нибудь? Хватит у нас. Куда я жму? Все время спешу. Так, эти тут бегают втроем. Ладно, фиг с ним. Погнали. Сейчас посмотрим, куда нас занесет нелегкое. Ну, чего там зависло-то? Угу, вот в такой мир. В такой... О, сразу вижу эпика. Точнее, это не эпик. Блин. Это, друзья мои, не эпика, это экзотика. И экзотика — это то, что нужно мне. Блин, как же мне его поймать? Это придется обходить, что ли? Так, я вижу там уже... Я вижу, там уже ждут меня, хотят поймать. Подожди, а как я тут, например, в обход, что ли? Точно, в обход. Заберем с тобой этот кабель. Блин, в моем мешке не хватает места. Вот обидно. Вот это действительно обидно, что не взять нам кабель. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас тут. Я вижу уже портал. Портал — это всегда хорошо, но мне бы поймать экзотику, если честно. Консервная банка вот так вот просто лежит здесь. Ну-ка, здесь можно пройти? Блин, здесь пройти никак. А вот здесь сбоку можно. Где находится экзотика? Так, я понял, здесь нужно обходить в обязаловке, да? В общем, пошли с тобой на арену сходим для начала. Стоп, а здесь драться, да, придется? Обойти можно. Значит, драться нам не обязательно. Большая сыворотка. Значит, ну, вон он бегает. Ага. Ага. Иди сюда. Интересно, кто ты такой? Садовник Морти, экзотический, 22 уровня. Меняем с тобой сразу же на камень. Уиджи, мне надо поменять ему удар. У него всего лишь один удар. Сосредоточение делает. Повышает себе точность и атаку. У нас только Уиджи. И тот так слабо бьет, это Уиджи. Да. Что-то мне кажется, что нам действительно пора его менять. Ну что, попробуем поймать этого садовника. Все-таки экзотика. Есть, друзья, садовника мы поймали. И это очень хорошо. Так, вот это вот уже у меня нет, Морти. Это какой-то новый. Пойдем поймаем его. Поймать хочу. Оу, стиляга Морти. Он камень. То есть нам нужна бумажка. Ну, судья Морти нам в помощь. Судья Морти его вынесет, должен, по идее, из полтыка причем. Закаливание делает защиту. Повышает защиту, а у нас тирание. Так, тут главное не переборщить. Что, попробуем поймать его? Чип контроля. Стиляга Морти попадает к нам. Ну, обычный, да, не спорь, ребят. Пускай хотя бы такой будет, пускай даже обычный. А в мешке нет места, зашибись. У меня все завалено, да, всяким барахлом, всяким хламом, что я ничего таскать даже не могу с собой. Обалдеть тут. То есть мне... А, нет, подожди, по-моему, можно здесь вот обойти. Опа, еще там один экзотик. Но две экзотики брать абсолютно смысла нету. Смотри, какой офигеть Морти. И робот какой-то тут. Сколько вообще тут этих Морти? Миллионы, что ли? А если я его подобью, мне, наверное, какую-нибудь награду дадут прикольную. Сладкую. Давай попробуем его полностью уничтожить. Экзотика все равно у нас не скрещивается, поэтому могу полностью его уничтожить.
За них должны, по идее, давать хорошие награды. Там шмекели, фигекели и всякое прочее. Прилив. Я думаю, что я его ушатаю. Ну, готов. Сейчас глянем, что нам за него дадут. Так, шмекли и тюбик турбулентного сока. Окей, тут я еще вижу, батарея лежит. Опа! И еще экзотика, ты посмотри. Просто вот тут вот так вот ходит. А у нас с тобой... Стоп, у нас есть... Так, смотрим. Есть, еще один чип контроля у нас есть. Поэтому ловим. Конечно, тут даже и говорить не о чем. Где она стоит, я ее не вижу. Да ё-моё, она... Только не вздумай отсюда выбежать. Все. Попалась. Мартайон Морти. Ну что же, прилив. Два прилива, наверное, и будем уже хватать. Я думаю, это будет... Вот, все, хорош. Два прилива. И теперь нужно ее... Его и ее захватывать. Лишь бы получилось. Еще один экзотический Морти у нас появляется. Забираем с собой тюбик турбулентного. Ёпрсте. Ну вот этого только мне не хватало. Хотел аккуратненько. Так, желе Морти. Ну, желе Морти, я думаю, мы вынесем с тобой. Да, вполне. Негатив какой-то вешает на меня. Еще разок. Готов уносить этого парня. Следующего мне. Что еще? Валун Морти. Он камешек, да? Нам желательно взять бумагу. Судья Морти нам в помощь. Но против Эпика, да, конечно, тут не совсем хорошо стирание. Хотя атаку неплохую мы с тобой наносим. Еще раз стирание. И на третьей стороне он, конечно же, отдупляется. А как вот мы на арене с тобой будем бомбить, я фиг его знает. Так, вырубили. Граф Морти. Продолжить. 26 уровень. Да, ножницы 26 уровень, это уже серьезная заявка. Давай-ка мы вот так вот сделаем с тобой. Ножницы возьмем 30 уровня. Что-то мне Джонни Деппа чем-то напоминает, ребят. Слияние разумов. А мы сделаем с тобой удар молнии. Ох ты, ответка какая. Раскат грома. Боится раскат грома, да? Слияние разумов. Да блин, чтоб тебя, а? Давай удар молнии. Все, вырубили. Кто там у тебя следующий? О, уровень получает 31. Неплохо. Новое достижение с тобой там какое-то получили. Level up Морти 30 уровня. Понял. Продолжаем. Хорошо-то как. Ой, подожди, зачем мне предмет? Просто атака через гром. Почти уничтожили. Ну, скорость упала. Безнадежно. Естественно, безнадежно. И мы с тобой его добиваем. Все. Выиграли. А, хипарь Морти у тебя еще, оказывается, есть. Бумажка. Господи, напугал ты меня. На. Почти вынесли. Закалку какую-то делает. Ну все, крышка тебе. Все, истощен. 111 опыта. И мы здесь 405. Плюс сыворотка. Плюс еще сверху 302 шмекля еще сверху нам упало. Так, что-нибудь создать можем с тобой здесь, а, в конце концов? Че, вообще ничего? Нет, можем. Так, супермощная батарея. Материнская плата. Я, наверное, думаю, что нам сделать лучше вот этот вот чистый плутонический камень. А может быть, еще на что-нибудь хватит? Например, на мутировавшую бактерию. Плюс ошейник собачий я не хочу делать. Средство от яда, от паралича. Но это не то все. Давай еще клетку создадим. Фиг с ним. С
Пускай лучше будет клетка у нас, да? Надо тратить предметы, потому что иначе они просто залеживаются у нас и все, и мы с тобой не сможем брать следующие. А эти предметы в любом случае не найдешь просто так. Поэтому их количество будет... Что там? Что там загремело? Так, я пошел, короче, в порт... Тихо. Блин, в мешке мало места. Где портал-то у нас? Что-то я запамятовал. Здесь, что ли? А там-то кто бегает у нас? Это кто такой? Что за Морти? Блин! Вон там у нас арена. А что за Морти бегает там? Я могу его как-то... В принципе, должен поймать. Но туда надо как-то выйти. Здесь, да? Он где-то шуршит, бегает. Вот он. Кто такой? Что за Морти такой интересный? Горячий Морти? Вот даже как. Пора ловить. Кстати, а у нас с тобой... Трэш. Сбегаем. Бегство, бегство, бегство. Нам нужно с тобой купить... Этот, как его звать? Да ёк-макарёк. Беги, говорю. Горячий Морти. Мне нужно купить в магазине этот чип, чип контроля, конечно. После этого уже только ловить его. Давай. Вот теперь можно его бомбануть. Атака через прилив. Все, и пора захватывать его. Горелку какую-то активировал. Чип контроля. Применить. Тем более, это обычный. Обычных мы можем с тобой переводить, сам знаешь, в кого, да? В редких. А редких уже в эпике. Что тут за музычка такая? Так, где у нас портал? Портал где-то там у нас наверху. Поэтому нужно... Нужно бежать именно туда. Да что такое? Застрял, как всегда. Как всегда, вот он, портал. Слушай, подожди, у нас же, по-моему, Морти все тут покоцанные какие-то. Все, ребята, абсолютно все покоцанные. Большую сыворотку применить надо. Сюда. Беспощадный Морти только целый. На большого Морти нужно применить. Большую сыворотку. Так, большую сыворотку. Так, на судью Морти. Я сказал, на судью Морти. Применить маленькую сыворотку. Пускай даже так будет. И в принципе все. Остается только лишь, ну, поединок. Кто у нас тут? Я думаю, должны справиться. Морти Хубидуадуб. Сказать ее Разлкананоб. Сказал, ё-моё. 24 уровень. Ножницы. Это Морти в рясе. Зачем я это взял? Мне нужна замена. Морти в рясе. Возьмем с тобой беспощадного Морти. Ну, он слабый по уровню, конечно. Но, может быть, все-таки сможет накумарить его. Слегонцушки. Связывание. Атаку и скорость понижает. Защита растет. Атака. Что такое спор? Сила 55, фигня какая-то. Сила... Вот, замах. В плане он, блин, поменял. Когда я сделал удар, он поменял. Бумага. Ну что, ножницы возьмем, да? Ножницы... Наверное, вот эти вот эпические. Проверим. Убийственный взгляд делает. Так, атака, удар молнии. Прекрасно, потрясающе. Его еще и коротнуло. Смирение делает. Мы с тобой сделаем гром, раскат грома. Есть контакт. Иди гуляй. Это что у нас тут? Продолжить, фанат какой-то. Камень.
Меняем на бумагу. Судья Морти. Так точно, именно он будет у нас здесь участвовать. Скука. Скука пролетает мимо. Мы сделаем стирание. Нормуль. Опять делает смирение. Атаку себе повышает. Мы опять сделаем стирание. И последнее стирание будет для него уже губительным. Даже несмотря на то, что он сделал высасывание энергии. Готов. Так, минус 2 уже Морти у него. 346. Левел и будет 26 он. Так, это у нас кто? По-моему, бумага тоже, да? Нет, ножницы. Меняем. Ножницы пойдут против камня. Беспощадный Морти. Давай, зонт. Безнадежно, правильно, безнадежно. Никаких зондов нам не нужно, ну-ка. Да что ты, будешь бить-то сегодня? Ага. Еще замах. Но он бьет как-то на опережение. Да какой предмет, он бьет как-то на опережение. То есть я вроде бы бью, но делаю замах, а он меня. Морти турист вышел. Ну, в принципе, с ним можно разобраться. Давай. Я надеюсь, мой все-таки каратист его завалит. Хотя навряд ли уже. Но мы можем поменять. Замена, бумага. Судья Морти, выходи. Нам нужно с тобой уничтожить вот этого туриста, который тут пришел. Через стирание. Вырубили. Ну и доставай своего последнего Морти, который там у тебя. Ага. Левел ап. Это круто. Он ножницы, да? Он у нас ножницы, поэтому мы берем с тобой электрокинетика, Морти. Тихо, 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 тихо. Защиту подкачали, это уже хорошо. Удар молнии. О, еще и коротнули. То есть коротыш может сработать. Но не сейчас. Раскат грома. Еще и выжил успел, а? Кашель какой-то применяет. Да на тебе удар молнии. Все. Сдулся. Так, Морти с молетом. Продолжить. Ножницы. Но он обычный, поэтому тут раскат грома, наверное, хватит. Нет, не хватило. Фен. Это фен применяет. Удар молнии. Коротыш не сработал. Но он меня вырубил. Так, ну что, большой Морти, выходи. Будем добивать с тобой Морти с молетом. Давай, давай, давай. Не ори там. Костюмы, туфли делай и все. Да. Ну что, пришельца Рика мы с тобой заварганили. Получили значок. Так, шмекли сверху. 241 шмекли подкидывает мне. Ух, дуберли буду вуп, дуби Морти поп. Нам с тобой не хватает 8 знаков. 8 всего лишь. То есть, если в серию по 2 брать. Так, у меня есть 2 одинаковых Морти. Это какие же Морти у нас 2 одинаковых? Я вроде бы как брал разносолых. Ну-ка, покажи-ка. Синтез. А, у меня 2 горячих Морти. Оу, и в кого вы превращаетесь? Ух, ёк, макарёк. Вот это Морти, ребята. Пылающий. Становится редким 26 уровня. Класс бумага. Новый. Хм. Слушай, 26 уровень неплохо. У нас с тобой... Вот, давай-ка заменим. Вот на этого. Я знаю, что он экзотика, но, ребят, не могу. Он с одним своим ударом Уиджи что-то как-то меня напрягает. Я хочу просто посмотреть. Ох ты, а тут аж 30. Давай возьмем этого. Так, судья. Кто у нас еще тут слабенький? Вот, беспомощного Морти удалить. Пылающего добавить. Но у нас есть еще экзотический 23 уровня. Мортай он Морти. Ладно, фиг, не пускай пока стоит. Сколько у нас? Бумага, бумага, ножницы. У нас ни одного камня нету.
У нас дофигища ножниц и ни одного камня. Так, это не пойдет, ребят. Без камней идти, ну это... это плохо. Придется убрать. Придется убрать и взять камень. Камень у нас с тобой только стиляга Морти, но это обычный, я не хочу. Вот. 23 уровень. Экзотический камень. Блин, ну не хочу я брать его, ну... Я возьму вот этого все-таки. Фиг с ним, пускай редкий будет, но... Надеюсь, у него несколько ударов. Надеюсь. Так, ну что, пойдем с тобой, наверное, подлечимся и будем заканчивать эту серию. А на самом деле, если бы тот кусок серии, который у нас не записался, сохранился бы, у нас очень длинная серия получилась бы, очень длинная. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.